Эй, привет, ребята! Каждое последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают День Матери. В московских школах и детских садах к празднику готовятся заранее. Вместе с воспитателями и учителями вы учите стихи и песни про мам, рисуете их портреты и делаете подарки своими руками. Мама ухаживает за тобой, когда ты болеешь, волнуется за тебя, поддерживает, радуется твоим успехам и любит несмотря ни на что. День матери в России отмечают уже 25 лет. Именно в этот день мы поздравляем главного человека для каждого из нас – маму. Слово «мама» во многих языках звучит похоже. Скорее всего, это было первое, что вы произнесли вслух. Только вряд ли об этом помните. В городе Герои Волгограде находится один из самых высоких монументов в мире – Родина-Мать. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно относится к высшим государственным званиям. Символ Дня Матери – незабудка. Кстати, изображение плюшевых мишек с незабудкой в лапках – тоже атрибут праздника. Связь между мамой и ребенком нерушима на протяжении всей жизни. Поздравьте свою маму с праздником! И помните, что главный подарок для мамы – ваше внимание и забота! До встречи в школе! Больше интересной информации на портале «Школа Москва».